Всем привет, с вами Ранур и прекраснейшее вам настроение. Это очередная серия летсплея по игре Adventure Capitalist. Мы уже получили 14,3 септиллиона. То есть я уже теперь, получается, септиллионер. Давайте посмотрим на наши fucking stats. Да, кстати, мне сказали, что в прошлой серии я то, что получил какую-то вот вещь. То, что здесь, помните, мелькало. Это, оказывается, вот эти самые вот мешочки мне добавились с деньгами. С этого, вот когда что-то новое появляется, вот, с этого как раз-таки происходят такие вот мелькания. Давайте сразу я пока сначала проапгрейжусь. Надеюсь, сегодня у нас получится добить хотя бы до X400 все. О, вот видите, замигало. Давайте глянем, что теперь там случилось у нас. А да, стало больше мешочков с деньгами, вот этих, кажется, не было. Вот так это работает, оказывается. Опачки. Внезапно, оказывается, у нас уже и не хватает. Буквально немножечко. Ну, ладно, сейчас кратенько по новостям. Значит, новости такие, что сегодня сервер стартовать-то стартовал. Пришел, правда, к сожалению, только один человек, Агван Ови. Я ссылочку на его канал скину вот внизу под видео. Вы посмотрите, будет ссылка. Огромное спасибо ему, потому что он, да, он начинающий тоже, сейчас начал, как бы, тоже свой канал стартовал. Но самое главное, что за что ему спасибо, что он, во-первых, дождался всего этого дела. Во-первых, почему так никто из заявившихся не пришел? Да. Ну, у Ильи там у мамы день рождения было. Ну, короче, да, как-то так сложилось, что ничего не сложилось. Да и плюс ко всему, я бы и рад бы выложить серию, но там, ребята, самый вот низ, вот где количество жизней, хитпоинты, да, и весь инвентарь, не записался, потому что клиент, ну, после обновления сбросились на нем настройки, которые у меня были всегда, да, 720p, то есть 1280 на 720 было пикселей. И этого не случилось, потому что, ну, что так мало денег? Как-то совсем печально. Давайте тогда вот этого хотя бы апгрейда возьмем по секстильонам, которые идут. Да уж. Что-то сегодня и мы заработали не очень много. Ну-ка, по инвесторам. Хо-хо-хо. Значит, завтра однозначно рестарт. Потому что вы видели, сколько, надеюсь, до завтра будет еще больше. Так вот, самое важное вот именно здесь, вот то, что было, да, вот внизу здоровье, карта, куда, не карта, направление. Ну, короче, получилась полная лажа. Вот. Да и я сам, видимо, отвык от игры, потому что у меня тоже получилась абсолютнейшая лажа. И мало того, я еще и сервер настроил не совсем корректно. Ну, короче, все пошло не так, как должно было идти, к сожалению. Ну, в конце концов, конечно, разрулить-то разрулили мы, да. Что-то как-то не очень прям быстро выхлёстывает доход. И неизвестно, когда мы заработаем эти септиллионы наши огромные. А надо бы. Да, что-то как-то совсем... Совсем все печально стало. Здесь и то быстрее доход идет. Ладно, лимоны хотя бы тогда возьмем. Короче, сегодня серии по 7 Days to Die не будет. Но зато будет завтра. Да, завтра я выпущу. И выпущу, наверное, сразу две серии. Мы завтра договорились записать сразу две серии. И как-то вот так будет. Может быть, одну выпущу. Посмотрим. Посмотрим по моему состоянию, потому что вот сегодня я записываю даже Adventure Capitalist, записываю его через силу немножко, потому что чувствую себя не очень хорошо. Ну. Кстати, интересно, следующий unlock вот именно газетный. Нет, все равно только пицца пока что. Ну да, там, кажется, с 500 начинается. Смотрите, один апгрейд стоит уже 530 секстильонов. Так что да, прогресс на сегодня уже у нас в каком-то тормознутом состоянии. Ну хотя бы здесь давайте покупать, что уж там.
Вот, хоть что-нибудь, но закупить надо. Просто потратить деньги, чтобы они не лежали без дела. Ну, короче говоря, да. Сегодня у меня не получилось записать Venture Capital 7 Days to Die. Завтра, надеюсь, все получится. Как-то так. Обидно, конечно, немного. Да не немного, конкретно обидно. Потому что должно было все пройти хорошо, а все хорошо не прошло. Вот. Естественно, обидно. Ну, ничего страшного. Думаю, мы прорвемся. Так, X3 вообще нужно еще двоечку добить сюда. Вот сейчас добью двоечку, чтобы просто у нас хотя бы пицца начала больше приносить доходности. Отлично, да. Вот как-то так. Это немножечко ускорит процесс. И завтра у нас будет еще больше финансов. Я очень надеюсь на это. В принципе, да, на этом получается уже... Давайте пиццу ту самую заапгрейдим. На сегодня, в принципе, получается все. Да, коротенько так получается сегодня. Ну, потому что, во-первых, времени уже у меня очень много. Я и так задержался, потому что даже сервер не стартовал. Да, почему? Спасибо огромное Квену. Потому что сервер у меня не получилось в первый момент запустить как нужно. То есть 19.00 я планировал. Все пошло не так. На машине, на которой оно должно было запуститься, не запустилось. Короче, полное вообще... День абсолютно непродуктивный у меня в этом отношении получился. Ну, вот так бывает. Да и здесь, честно говоря, не особо продуктивно все. По-хорошему можно было бы даже рестарт сделать, но... Ну, мы дождемся, давайте до завтра. Мне интересно, вот 15 миллионов, да? Мы получим при рестарте. Что будет завтра? Вот просто вот мое ощущение, да, что нужно все-таки в том режиме, в котором я играю, как бы прожидать 2 дня. Не один день, да, вот, ну, вот именно в том режиме, в который я играю, а 2 раза вот, за сутки вот, делать рестарт. И в таком случае, как я понимаю, должен действительно прирост. Посмотрим, насколько я прав и насколько я или не прав. То есть, если завтра вот будет всего лишь, например, 30 миллионов ангелов, ну тогда да, тогда нужно было сегодня делать рестарт. Если же завтра будет там гораздо большая сумма, то тогда все-таки мои ощущения меня не подвели. Вот. Ну, теперь вот окончательно все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Райанор. Пока-пока, счастья вашему дому и до следующих эпизодов. Еще один раз. Все, пока.